Цена на бензин марки АИ-95 и АИ-92 выросла на 50 копеек. Бензин марки АИ-95 стоит теперь 28,5 рублей за литр, АИ-92 – 26,5 рублей. Автомобильный бензин марки АИ-98 можно купить за 30 рублей за литр. Напомним, что за два предыдущих месяца цена на бензин выросла больше, чем на рубль. При этом Башкирия по-прежнему остается лидером по производству бензина в стране. Так, по данным Росстата, за последнюю неделю октября в республике произвели 119 тысяч тонн бензина, что составляет пятую часть от общероссийского объема.